очень. Раз-раз. Здравствуйте. Меня зовут Николай Вольф. По IT Technologies занимаюсь сейчас в последнее время разработкой WebAssembly. Ну, мы вообще в проекте занимаемся многими разными вещами. То есть у нас там и криптографии, научные работы по криптографии выходят, различные консенсусы интегрируем в наш проекте-клиент, потому что у нас проекте-клиент, в принципе, он там как поддерживает pluggable консенсус. То есть, грубо говоря, можно любой консенсусный механизм поддержать в проекте, если знаете, как его запрограммировать, скажем так. Ну и, в принципе, у нас команда очень большая, в последнее время разрослась. Занимаются абсолютно разными языками, абсолютно разным железом. Вот. И проблем с ростом у нас на самом деле никаких нет, потому что у нас разработчики все более-менее независимы. Я, допустим, занимаюсь разработкой WebAssembly, менеджу небольшую команду по WebAssembly, и как бы я сам определяю, куда все пойдет. У меня есть только определенные какие-то рамки, очень, скажем так, нестрогие. И, в принципе, у нас большинство разработчиков в таком же формате действует. Ну, из senior разработчиков, скажем так. Мне, на самом деле, меня можно перебивать. После того, как слайд сменится, можно просто сказать: «Эй, ты», там, такой вопрос. Вот. Так что я, это все нормально, как бы слайды, они, в принципе, для этого там и есть. Вот. В чем, собственно, вообще смысл этой WebAssembly, да? Когда как бы начали развиваться все эти смарт-контракты, вообще зашла речь об Ethereum, основная потребность — это обеспечить некоторое детерминированное исполнение некоторого программного кода. И, в принципе, вот по ходу доклада будет понятно, почему это, зачем это нужно вообще. Первой серьезной попыткой, ну, и удавшейся попыткой подобного рода, это была EVM, как бы, которую дал миру проект Ethereum. В принципе, у нас большинство разработчиков изначально вышли именно из Ethereum. И в том числе они принимали участие в разработке самой этой EVM спецификации и так далее, и так далее. Ethereum, EVM довольно специфическая виртуальная машина. Прежде всего, у нее размер слова 256-битный, что как бы интересно самому по себе. На самом деле не существует практически никаких аппаратных решений подобного рода, где бы размер слова был таким гигантским. Но это сделано, в принципе, из довольно прагматичных соображений. Но также это приводит к некоторым проблемам с производительностью. То есть, если мы, грубо говоря, складываем 1 плюс 2, то тем не менее, несмотря на то, что мы складываем такие небольшие числа, исполнение будет все равно на всем слое. Хотя есть, конечно, некоторые оптимизации, ну, в принципе, довольно простые оптимизации, которые позволяют сократить этот, как бы, влияние на производительность, но они не всегда работают, и они ограничены очень. Хотя 256-битный размер машинного слова, он как бы дает определенные преимущества для криптографии, потому что как бы сейчас самые такие распространенные криптографические функции, криптографические примитивы, они 256-битные. Вот. И, соответственно, хотя, с другой стороны, тоже не всегда работает, потому что очень часто операции на этих криптографических примитивах имеет смысл выражать через операции с меньшими числами, и поэтому как бы тоже не всегда работает. Вообще, в принципе, так как EVM — это Turing-complete машина,
То есть, грубо говоря, на ней можно выразить, изобразить любой алгоритм, в принципе, теоретически возможно. Это как бы показано давным-давно, собственно, Тьюрингом. Поэтому он называется Turing Complete алгоритм. Но это также ведет к некоторым проблемам с предсказанием того, чем результат выполнения Turing Complete программы закончится. То есть, грубо говоря, если у вас есть какая-то программа, никогда нельзя наверняка сказать, ну, абстрактная программа, скажем так, нельзя сделать другую программу, которая скажет, как заполнится эта программа. Это вот подобное понятие называется halt problem. Нельзя запустить произвольный код и ожидать, что он закончится через определенное количество операций либо через определенное количество времени. Поэтому, собственно, в Ethereum и EVM есть такое понятие, как газ. Это когда вы ожидаете примерно сколько программа потратит компьютерных ресурсов, платите вперед. И если она потратила меньше в результате каких-то веток своего выполнения, как бы газ возвращается в виде уже эфира вам обратно на баланс. После того, как выполнение закончено. Вкратце примерно, как работает EVM. EVM используется, в принципе, для достижения консенсуса при выполнении смарт-контрактов. Смарт-контракты довольно таки простые программы, в которых есть базовые операции над числами, над стеком. Ну, это, в принципе, это стек-машина. EVM. Также есть в EVM функции окружения, то есть какие-то операции, функции, которыми можно взаимодействовать с блокчейном, в контексте которого программа EVM выполняется. То есть, грубо говоря, там получить там какие-то данные из сториджа. Ну, сторидж — это как бы состояние контракта, записать его. И по результатам транзакции, получить обновленный сторидж. И уже по этому обновленному сториджу и происходит так называемый консенсус. Ну, в главной степени, в первую очередь, что нужно от EVM, это от EVM-кода, это нужно, чтобы он выполнялся детерминированно. Грубо говоря, когда одни и те же инструкции приводят всегда к одному и тому же результату. То есть именно для этого это и называется, оно и сделано виртуальной машиной. Каждая инструкция, она всегда определена на всех тех операндах, на которые она действует. Если мы возьмем какой-нибудь C или C++, то там не всегда это определено. И на разных платформах одна и та же C или C-программа может привести к разному состоянию той машины, на которой она запущена. Именно вот для преодоления этих разночтений, разногласий, и, в принципе, создаются виртуальные машины, в частности, EVM. И, собственно, и WebAssembler, о котором я буду рассказывать далее. Ну, это вкратце, что такое детерминизм. Потому что не всегда на самом деле это очевидно. То есть, грубо говоря, есть, скажем так, операции с плавающей точкой, еще не только с простыми числами, да? Есть различные команды сдвига, команды push и так далее. Ну, различные операции, в которые можно привести в различные состояния системы. Если взять те же операции с плавающей точкой, то в некоторых случаях
во-первых, самого процессора есть состояние, в которое его можно поставить, и тогда он будет по-разному обрабатывать числа с плавающей точкой. И опять же, если мы возьмем, что нам нужен детерминизм, надо достичь консенсуса, и, значит, все ноды в сети должны выполнить один и тот же код и получить одно и то же состояние по результату выполнения этого кода, то мы тогда имеем большие проблемы, если мы запускаем какой-нибудь C или C++ код в качестве программы, которая нам обеспечит это состояние. Потому что он на том же ARM выполнится, допустим, немножко по-другому. Это значит, как только мы запустим наш консенсус, и у нас часть клиентов будет на ARM, и у нас сеть просто разделится на две части, потому что клиенты ARM будут считать состояние сети одним, а клиенты, соответственно, на Intel архитектуре, они будут считать состояние сети другим, и они будут друг друга считать невалидным состоянием. Также, если мы подумаем, что мы захотим взять в качестве кода, который захотим выполнять на разных платформах, у нас, в принципе, варианты довольно ограничены. Как я уже сказал, C или C++ программы, они, в принципе, не содержат по многим вариантам, как можно написать программу, не содержит четкого определения, как это должно выполниться, независимо от архитектуры, на которой они будут в итоге выполняться. Более того, в принципе, различные оптимизационные методы, они мало того, что используемые в компиляторах, они мало того, что в принципе допускают это не undefined behavior, они еще и полагаются на него при попытках оптимизировать код, жертвуя при этом, скажем так, промежуточным состоянием программы, которое может быть, опять же, не определено. Самый простейший пример, в принципе, это вот операции сдвига, как они определены на интеловских процессорах. Там берется как бы маска, то есть, грубо говоря, когда вы сдвигаете на 32, Ну, операция сдвига, наверное, известна там в основном программистам, да, когда у вас есть какое-то число в двоичном виде, а операции сдвига сдвигают биты в этом числе влево там, или вправо. На интеловских процессорах она определена одним образом. На процессорах ARM она выполняется по-другому. То есть, опять же, если вы полагаетесь на какой-либо консенсус, то у вас он не получится. То есть, и таких ситуаций может быть на самом деле много. И даже если у вас нет, скажем так, каких-либо сложных смарт-контрактов или сложных программ Turing Complete, были, скажем так, проблемы в сети Bitcoin, например, когда Bitcoin форкнулся из-за того, что одни люди поставили клиент 0.8 версии, другие поставили клиентов 0.7, и, соответственно, из-за разночтений при валидации блоков получилось, что Bitcoin незапланированно разделился на две сети, и потом в итоге одну часть сети откатили. То есть, и как бы нашу компанию часто троллит, подначивает Питер Тот из Bitcoin Core, говоря, что клиент должен быть один, то есть приводит в пример, соответственно, Bitcoin, где клиент действительно как бы в основном один, это Bitcoin Core клиент, и говорит, приводит даже цитату вот Сатоши, который говорил, что никогда ни в коем случае нельзя выпускать много различных реализаций биткоина, потому что они вот как бы из-за вот этих всех причин разделят сеть, да. Но, тем не менее, даже имея один клиент разных версий, сеть все равно разделилась в биткоине.
немного об истории WebAssembly. В принципе, так как веб проникает везде, а в слове WebAssembly он на первом месте, компании, которые разрабатывают стандарты для веба, они уже давно искали некое сэндбокс-решение, в котором можно запускать произвольный код, запускать безопасно и так, чтобы он выполнялся во всех браузерах и всегда был одинаковый результат у этого кода. Что как бы довольно согласуется с нашими блокчейн-планами, с нашими блокчейн-потребностями. И поэтому мы всегда с интересом следили за развитием WebAssembly стандарта и поддерживали его, участвовали там в обсуждении с Mozilla и так далее. В принципе, в истории они уже, все компании отметились тем, что придумали свои собственные стандарты, похожие на WebAssembly в каком-то смысле. То есть взять тоже ActiveX, это выполнение там нативного кода как-то в браузере через плугины. Ну, в принципе, никто, кроме Microsoft, его особо не собирался поддерживать, так же, как и Flash и так далее. И вот Mozilla, в принципе, предоставила что-то похожее на WebAssembly. Это был первый такой эксперимент подобного рода. Это был ASM.js. Он позволял, в принципе, любые C-программы. В принципе, ASM.js — это subset, скажем так, JavaScript, но subset такой, что он выполняется по-другому. То есть, грубо говоря, там допускаются только определенные инструкции JavaScript-овые, и выполняются они в другом режиме, примерно в том же режиме, на самом деле, что и выполняется WebAssembly, так что в каком-то смысле они очень похожи. Были также еще попытки портировать виртуальную машину Java в веб, но ничем хорошим они так особо не закончились, поскольку Java содержит в себе очень много лишнего, типа там сборщик мусора, ну, в принципе, и как бы обязательное наличие какой-то там линейной исполняемой памяти, и, в принципе, совершенно не нужно. Вот если взять ASM.js, то, в принципе, он имел довольно большой успех. На нем запускали даже движки там различных игр. Unreal Engine запустили на ASM.js. Естественно, производительность у него была меньше, чем у, соответственно, нативного движка, но, тем не менее, многие игры на нем работают, на ASM.js. Был еще очередная попытка типа Google сделать подобие ActiveX, это вот Natrix Core, я его называю. Вот. Так-то это вообще сокращение от Native Client. Есть еще Portable Native Client. Ну, в принципе, его сообщество отвергло примерно по тем же причинам, что и ActiveX, потому что он, в принципе, небезопасен. И сама WebAssembly появилась в марте этого года, то есть это, говоря, самый такой фронтир, самое экспериментальное, что можно, над чем можно поработать сейчас в мире веб. И, в принципе, довольно много хайпа вокруг WebAssembly. Но в основе своей она довольно простая. WebAssembly — это вообще спецификация низкоуровневого байткода, который может исполнять, в принципе, любые, опять же, Turing-complete программы. Как и исполняемые файлы, грубо говоря, любые бинарники, он содержит набор функций. Функции, соответственно, могут ссылаться на память. Память также определена, ее размер и возможности по расширению в самой WebAssembly. И вообще говоря, WebAssembly — это прежде всего стек-машина. У стек-машин
Есть, в принципе, ряд преимуществ перед, скажем так, регистровыми машинами, то, как работают современные процессоры. Во-первых, потому что можно сделать инструкции гораздо короче и компактнее. То есть, грубо говоря, большинство инструкций даже не имеет никаких параметров, они просто оперируют на тех данных, которые до этого положили в стек. И мало того, что можно сделать компактными инструкции, их еще можно располагать очень удобно и оптимизировать порядок выполнения, когда можно в стек, грубо говоря, ну это уже как бы работа компиляторов, когда можно в стек заранее накидать, можно разные значения и выстроить порядок исполнения инструкции так, чтобы все это в итоге сошлось. Ну хотя на самом деле у стек-машины есть еще и недостатки, типа, допустим, когда нужно адресовать какую-то память, требуется гораздо больше инструкций, чем могло потребоваться регистровым машинам, то есть регистровые машины, грубо говоря, когда нужно из какой-то области памяти загрузить в процессор что-то, им нужно достаточно предоставить адрес, там, сегменты, смещения, то в случае стек-машины это сначала нужно положить в стек этот адрес, там, потом загрузить, ну, это как бы есть небольшой недостаток. Еще преимущество стек-машин в том, что можно сделать очень быстрый интерпретатор, который сам по себе будет довольно прост в имплементации и позволит его имплементировать на различных языках. Уже сейчас, в принципе, есть экспериментальный интерпретатор от Mozilla, который занимает довольно мало места, и его, в принципе, можно повторить на любом другом языке. На Python, я знаю, уже есть интерпретатор. Вот. И если посмотреть еще про Indirect Call, который я говорил, там, в принципе, сама WebAssembly позволяет вот, как бы такие функции высшего порядка вводить. То есть, грубо говоря, когда... И причем вводить их безопасно для выполнения. То есть... Преимущество WebAssembly, в принципе, перед EVM, перед JVM, перед многими подобными системами, это, прежде всего, размер исполняемого файла, то есть, грубо говоря, это байт-код, как бы, и все инструкции кодируются конкретными байтами, конкретными кодами. Плюс там еще используется как бы леп-энкодинг всех чисел, то есть, грубо говоря, хранится, если у вас большое число, ну, то есть как бы сам тип числа большой, да, позволяет много значений, но конкретное его значение маленькое, то WebAssembly позволяет его компактно располагать внутри бинарника и, ну, используя настолько мало места, насколько возможно, что на самом деле для того же Ethereum очень важно, потому что там как бы state контрактов, стейт-кода в Ethereum как бы не резиновый, и чем меньше размер займет ваш контракт, тем, соответственно, лучше, и WebAssembly тут хорошо подходит. Ну, соответственно, если у вас меньше размер, то нужно меньше гораздо времени на то, чтобы загрузить по сети тот же самый контракт, либо в случае веба какую-то часть программы, которая исполняется в браузере. Допустим, наш конкретный пример, если брать, вот у Parity есть публичный кошелек, сейчас появился в последней версии, мы, в принципе, там используем там криптографию, в частности, Brain Wallet, когда, грубо говоря, у вас какой-то фразы мнемонически запоминаемые, там, допустим, набор слов, генерируется приватный ключ, то есть там подразумевает при генерации этого подразумевает 10 тысяч операций хэширования, то есть SHA-3 там, или SHA-256. И, грубо говоря, в JavaScript это выполнить, ну, это можно, но это будет несколько секунд выполняться, соответственно, каждый раз несколько секунд тратить для генерации одного ключа. Это очень долго. Соответственно, у нас там используется уже, в принципе, в самом браузере WebAssembly, когда эти криптографические операции все упакованы в WebAssembly код, и там просто они вызываются из браузера.
Еще очень важный момент по сравнению с EVM – это то, что там, в принципе, все переходы, все возможные ветки выполнения, они, в принципе, известны заранее, потому что там нет вычисляемых джампов, грубо говоря, как у вас по ходу выполнения программы код может прыгнуть назад, там может прыгнуть вперед на какое-то вычисляемое значение, и, в принципе, WebAssembly это не поддерживает, поэтому WebAssembly очень удобно использовать для подсчета газа, для подсчета хода выполнения, для вставки каких-то там логов и так далее, потому что всегда знаете, что если у вас блок какого-то кода начал выполняться, то он дойдет до конца, если там дальнейших ветвлений нет. Также, в принципе, как я уже говорил, WebAssembly, он специфицирован, там каждая инструкция, грубо говоря, нет никаких разночтений, хотя небольшая там есть, но это не важно. Для примера, нет никаких разночтений, как может выполниться та или иная операция. В принципе, там большинство таких обычных операций, типа сложения, там, сдвигов и так далее. Все, что математика процессора обычно выполняется, оно все, в принципе, примерно делается так же, как это делают интеловские процессоры. И если WebAssembly будет исполнять какой-то другой интерпретатор, то он будет должен придерживаться именно этих стандартов, которые заложены в WebAssembly, а не исполнять по-своему. Конечно. У EVM детерминированная природа, да? Там проблема со случайностями, то есть рандом. Он как таковой, нет такой функции. Вот в WebAssembly он есть, получается, как тут? Ну, конечно же, нет, так как рандом это такая функция, которая предоставляет система или другими источниками энтропии, да? Говоря, просто так рандом откуда-то взять невозможно. Поэтому, соответственно, в WebAssembly в самом стандарте ее, естественно, нет. Ее можно сделать с помощью импорта какой-то там функции из другого модуля, который уже будет брать из какого-то источника энтропии. Но сам WebAssembly, естественно, никаким образом не может служить источником энтропии, из которого можно сделать там случайное число, да. Так же, как и EVM. Ну да, можно использовать, допустим, блок какой-то, как хэш-блока, допустим, как случайное число, если его еще как-то там захэшировать. То есть есть метод. Я, насколько знаю, вот Андрей еще Зимина есть какой-то прям доказанный алгоритм, который генерирует случайные числа на блокчейне. Мне рассказывал как-то. Вот вы взяли WebAssembly, который недавно сравнительно появился, а можно в сравнении, например, с LLVM, которому уже там много лет, и он довольно стабильный? Ну, тут проблема опять-таки с детерминированностью, да, о чем я говорил. Если промежуточный LLVM-код, в принципе, тоже содержит недетерминированность определенную насчет тех же floating point операций, да, которые, в принципе, они для блокчейна не так уж, в принципе, критичны. Мы их там частично с помощью повышенной стоимости газа, в принципе, стараемся исключать. Но, в принципе, там нет строгой регламентации до абсолютно всех мелочей, как должен вести себя какой-то LLVM-код на любых платформах. Как бы, мало того, сам LLVM допускает, что тут дело не только, скажем так, в конечном состоянии программы, да, сколько еще в промежуточных, грубо говоря. То есть LLVM позволяет себе при оптимизации различные вольности с промежуточным состоянием программы. То есть он может судить, там, что у тебя за поинтером там находится, там, грубо говоря, как-то заключить, что там, скорее всего, то-то, и при этом изменить ветку выполнения. То есть, грубо говоря, branch prediction там еще может сработать. То есть определенные сложности.
По поводу экосистемы, в принципе, в WebAssembly стоит заметить, что это, в принципе, изначально задевалось как большая коллаборация. То есть это, в принципе, не было делом одной какой-то большой компании, которая решила, что она вот теперь в своем браузере будет поддерживать новый формат, типа как там ActiveX там, или Natrix Word, там, вот то, что, о чем до этого шла речь. Это, в принципе, задевалось как большая кооперация самых больших игроков. Грубо говоря, там есть и Mozilla, и Google, и Apple, там более 800 человек в этой ассоциации в WebAssembly, и как бы все эти участники, они пристально смотрят за экосистемой и там, ну, ссорятся друг между другом, но тем не менее поставляют там какой-то конечный продукт, на который можно положиться уже, в принципе, сейчас во многом, но в будущем еще больше можно будет положиться. Но, в принципе, ведущую роль, я бы сказал, играет там Mozilla, поскольку основные разработчики там все-таки из Mozilla, хотя сам мозиловский браузер в последнее время уступает позиции, но вот если брать веб-стандарты, там тот же Asm.js, который стал там таким промежуточным, по сути, стандартом для нативного кода в вебе, это, в принципе, тоже затевалось Mozilla, и Mozilla имеет сейчас ведущую роль, в принципе, в подобных вещах. Вот еще хотелось бы отметить как раз вот к вопросу о LLM. В пику вопроса к LLM у Mozilla есть проект Criton. Это, грубо говоря, они ставят своей целью создать такой промежуточный код, который бы однозначно на всех таргет-платформах приводил к детерминированному поведению. И они как бы изначально поставили себе такую цель. Изначально он медленный код генерит. Этот код будет медленный, этот код будет медленно генерироваться, но они отталкиваются именно вот от того, что нам не нужно никогда недетерминированного поведения. У нас всегда все будет детерминировано, и мы посмотрим, как дальше мы сможем зайти, используя этот постулат основной, скажем так. Это, в принципе, очень похоже на философию Rust как языка. То есть они, грубо говоря, постулируют, что у нас всегда безопасная работа с памятью, у нас всегда есть какие-то определенные гарантии по поводу там многопоточности и так далее, и мы посмотрим, как выполнение этих гарантий может завести нас с производительностью куда, и сможем ли мы вообще, в принципе, сравняться с тем же там C и так далее, и так далее. Также я уже говорил, что там, в принципе, уже полно интерпретаторов различных. Ну вот если брать Rust, то там пока вот наш интерпретатор единственный, который мы используем в контрактах. Мы уже его предоставили, дали миру, так сказать. О нашем интерпретаторе пойдет дальше речь. В принципе, вот этот Parity Awesome, это Create под Rust, ну, то есть модуль Rust, который можно, ну, в принципе, любой человек может себе загрузить и работать в WebAssembly. В принципе, это, как я уже говорил, наш дар экосистеме, потому что в основном наш код как бы лицензирует под GPL. Вот, Parity Awesome же лицензируется под MIT, Apache. То есть, грубо говоря, любой может его взять, поменять, там, сделать свой интерпретатор там. Как угодно. Ну, в принципе, пока что он единственный интерпретатор. Ну, в принципе, единственная такая полная библиотека для манипуляции WebAssembly кодом. То есть, грубо говоря, там можно загрузить любой у вас модуль, поменять его как-то, вставить логи, тот же gas counting можно вставить. Как-то то, что мы там делаем, мы, допустим, аллокаторы выкидываем оттуда, вставляем свои аллокаторы. То есть, грубо говоря, любые операции, любые манипуляции с WASM, и в том числе последующее его исполнение, так как это специфицировано стандартом, позволяет вот этот наш Create. Ну, начали мы этот Create, собственно, для обеспечения потребностей в таком детерминированной машине, которая позволяет выполнять WebAssembly, и будет использоваться, собственно, вот в Polkadot, нашем новом блокчейн-проекте для там
верификации других чейнов, для спецификации контрактов, которые будут верифицировать другие чейны и достигать консенсуса между многими сетями. Ну, в принципе, у Mozilla, ну, не самой Mozilla, а у WebAssembly вот этой ассоциации есть, в принципе, довольно гигантский тест-сьют, который, грубо говоря, позволяет заключить, корректна ли ваша реализация WebAssembly. И вот недавно мы, собственно, его полностью проходим. Вот. Ну, он абсолютно всеохватывающий. Там есть практически чуть ли не побитые тесты практически всего. Поэтому мы с некоторой долей уверенности можем заключать, что вот наш крейт надежно может выполнять любую WebAssembly. Собственно, немного о WASM контрактах, которые мы экспериментально зарелизили в прошедшую бета-версию. В принципе, они очень похожи на самом деле на VM-контракты, за исключением того, что там просто не байт-код EVM, а байт-код WASM. Вот. Причем можно даже в одной и той же сети, в одной и том же блокчейне иметь и EVM-контракты, и WASM-контракты, и они могут друг друга вызывать, получать результаты далее. Взаимодействовать друг с другом. Грубо говоря, простой пример, можно реализовать какую-то сложную криптографию, допустим, на WASM-контракте, и потом ее вызывать из EVM, потому что EVM, в принципе, не сможет достичь того уровня производительности, которая теоретически может достичь WASM. Вот. Соответственно, для WASM-контрактов также можно в процессе компиляции генерить ABI, которая, в принципе, совместима с Solidity, да, то есть... В принципе, можно использовать WASM в WebAssembly как такой black box, когда тебе не важно, в принципе, как он исполняется, у тебя есть ABI, и ты его просто вызываешь. А на чем он реализован, в принципе, не важно. Поэтому можно переписать многие то, что написано на Solidity, на WASM, и при этом в самой системе, которая это раньше использовала, в принципе, ничего не изменится. Оно просто теоретически станет более производительной. Конечно. Какую сеть можно задеплоить в WASM-контракт? Сейчас WASM-контракт можно задеплоить в кастомную сеть свою какую-то. Proof of Authority, грубо говоря, Tendermint, какую-либо кастомную сеть, консорциумную чейн. Вот. Ну, не публичную, естественно. В принципе, мы планируем поднять какую-то публичную такую тестовую сеть, где будет WASM-контракт. Да-да-да. Ну, в принципе, ее на самом деле поднять может любой человек. У меня там могу конфиг-файл. Тогда еще один вопрос. Можно какие-то юзкейсы, раз уж спросили, то есть кроме Polkadot, что еще? Мы ожидаем WASM-контракты в сети Ethereum в ближайшее время или как? Да, в принципе, Ethereum ставит своей далекой целью тоже поддержать WASM-контракты. Есть определенные спецификации, там EWASM. Вот. Они планируют сделать даже транскомпайлер из EVM в WASM, чтобы на лету компилировалось и выполнялся уже WASM, а не EVM. Вот. А конкретные какого рода примеры? Я спросил, с чем можно играться и чего ожидать. Для чего вы это делаете? То есть, чем хорош WebAssembly, оно понятно. А дальше для чего? Вот именно вы парите именно в свою реализацию блокчейна, интегрируете. Что дальше? Чего ждем? Чего ждем? В принципе, ждем Polkadot, где можно, где WASM будет как бы first class citizen, да? Где как бы все будет на WASM, EVM там не будет совсем. Вот, и, в принципе, консенсус будет достигаться именно за счет WASM-выполнения. Ну и плюс, как бы, мы с радостью поддержим любые, как бы, эксперименты, которые наши пользователи захотят сделать на WebAssembly, да, и плюс сами будем какие-то эксперименты проводить, чтобы там протестировать производительность и так далее, и так далее. То есть, как бы, все эти вещи пока экспериментальные, самый фронтир, скажем так. Да, Денис, про Polkadot еще расскажет немножко. В принципе, у нас уже есть там пользователи нашего крейта из автомобильной промышленности, которые хотят как-то в автомобилях в качестве системы правил, системы регулировки использовать WebAssembly, в том числе Rust. Вот.
Ну, вот как раз в пику последнего вопроса. У нас, в принципе, довольно-таки крупные инвесторы в последнем раунде финансирования как бы еще нас спонсировали. И они постоянно нам там подводят каких-то партнеров с теми же самыми инвесторами, да. В частности, вот Трубит, если кто слышал, ну, в принципе, он сейчас такой в России. Я не видел никого, кто в России о нем слышал, поэтому и не ожидаю, что кто-то о нем слышал. Но он позволяет, в принципе, многократно увеличить производительность, в принципе, Ethereum-контрактов, то есть там на порядке причем. И в том числе они будут использовать вас, и мы по этому поводу с ними будем вступать в партнерские какие-то отношения, и будем вместе это делать. Вот. Ну, там довольно сложная у них система, там они что-то офчейн верифицируют, что-то ончейн, и вот именно в качестве платформы они будут использовать WebAssembly. Они, по-моему, насколько я знаю, работали и с Големом какой-то реализации. Вот. Также, если хочется так глубоко влезть в тему WebAssembly, есть замечательный ресурс Awesome, да, где буквально ссылки перечислены на практически что, все, что есть сейчас в WebAssembly, в том числе на нас, куда угодно. То есть, как что-то новое появляется, оно сразу вносится в реестр, и всегда можно оттуда найти по WebAssembly все, что угодно. Спасибо за внимание. Николай, маленький еще вопрос. Как ты думаешь, а получается, что нас ждет в каких-то релизах сети эфириума наличие двух различных ЭВМов, которые ну, просто неизбежно должны будут существовать, или все-таки больше уклон на то, что ты говоришь, что на лету будет транслироваться? То есть, как ты сам думаешь, мы будем видеть две ЭВМ рядом с эфириум протоколом всегда рядом, или все-таки некий попытку всегда все-таки привести к ВАСМу, потому что пока я слышу, что все-таки полный сдвиг в сторону ВАСМа и избавить всех от ЭВМа, который сейчас есть. Да, ну на самом деле сложно судить о планах Foundation, плюс как бы сейчас там, насколько я знаю, основной разработчик, который там ВАСМ занимается, он там уже в Definity, что ли, перешел, как бы немножко забросил это дело. Но, в принципе, да, примерно то, о чем говорит, там как бы, у ВАСМ будет primary first class citizen, да, но есть проблема со старыми контрактами, опять же, да, то есть они уже в блокчейне, говоря, они тоже должны выполняться. Да. Поэтому, собственно, да, как вопрос, как выполнять эти контракты. И вот для этого, я так понимаю, они делают транскомпайлер, когда EVM-код на лету транслируется в соответствующий WASM-код, как бы там доказывают, что он идентичен тому же коду, что и там, и что их трансляция, транскомпиляция, как они ее называют, валидна, не содержит ошибок, и да, в какой-то момент переключает вот в подобные. Еще раз спасибо, Николай. Я знаю, как сложно разработчику бывает выступить перед людьми. И Николай, все, кто хотят узнать больше о технологиях, которые будут в будущем вокруг эфириум сети, вокруг того, что делает Parity, пытайтесь поймать и пытайтесь заговорить на языке, на котором будет Николаю интересно с вами общаться, и вы получите что-нибудь приятное для себя в виде новых знаний. Спасибо еще раз большое.